Здравствуйте, я приветствую вас, всех участников нашего вебинара. Очень здорово, что мы сегодня здесь собрались. Сегодня будет интересный вебинар, на котором я отвечу на ваши вопросы. Уже ряд вопросов есть, но если вы будете задавать вопросы в открытом чате, это будет очень правильно и сделает наш вебинар более интересным. Да. Если у вас видео и звук на данный момент, вы можете поставить плюс, можете поставить единичку, можете просто сказать привет. Замечательно, замечательно, спасибо. Я тоже вас всех приветствую. Хорошо. Да, пока мы все собираемся, немного расскажу о том, что ждет нас в декабре. Нас в декабре ждут новогодние праздники, конечно же. Вот, и завтра уже первый день зимы, потому что у нас в Санкт-Петербурге зима еще не началась. Вот, но все равно новогоднее настроение, оно уже витает в воздухе. Это удивительный праздник для всех, потому что мы по-детски любим все равно надеяться на то, что Новый год принесет нам лучше и больше хорошего, чем в этом году. Поэтому мы посвящаем сегодня вебинар именно тому, что мы закрываем, так скажем, старый год, 19-й, и принято, конечно, подводить итоги перед Новым годом, но я могу сказать, что по энергетике год закрывается в ноябре. И чем больше мы в ноябре оставляем, тем легче нам пережить декабрь-январь, переход в Новый год. И поэтому сегодня сеанс будет именно посвящен завершению того, от чего мы хотим освободиться, что мы хотим оставить в этом году и с новым, совершенно обновленным войти в Новый год. Вот об этом я еще к этому вернусь и перед сеансом вам объясню, что мы будем сегодня делать. Сегодня будет необычный, такой праздничный, можно сказать, сеанс, подготовленный к Новому году, да, к переходу от старого к новому. Вот. Также хочу, чтобы вы мне сейчас дали обратную связь, кто из вас на каких уровнях посвящения здесь присутствующих. Да, сначала напишите мне, сколько среди вас новичков. Я просто хочу, чтобы вы включились, как обычно, когда вы включаете в чат, то мне легче присоединиться к каждому из вас и более эффективно провести с вами беседу и более эффективно провести с вами потом сеанс. Поэтому ответьте все те, кто у нас имеет первую ступень посвящения, так называемый начальный уровень. Пока вы пишете, я скажу о том, что начальный уровень в нашей школе – это 10 частот, которые позволяют уже понимать и чувствовать свое энерготело. Это знание о том, что существует тонкий мир энергии, и космоэнергетика работает именно с тонкими полями. Да? Сначала все случается в тонком мире, а потом уже идет проекция на материальное, то есть на твердую материю. И космоэнергетика, она очень включает человека в то, что есть мир, из которого все начинается. Да? И сейчас уже наши ученые доказывают, и физика соединяется с метафизикой, и знания о торсионных полях. То есть уже наука подтвердила все то, о чем знали люди, которые чувствовали, видели тонкие миры, и это было не доказано. Просто на собственном видении они нам это транслировали. Сейчас уже
метафизика все это доказала, присутствие торсионных полей, присутствие ауры у человека, присутствие чакр и так далее. И постэнергетика как раз с начального уровня позволяет нам взаимодействовать с этим миром и уметь направлять энергию и погружаться в себя, чтобы чувствовать. Потому что на самом деле основа, так скажем, свободы, да, то есть мы все хотим той или иной свободы в своей жизни, да, чтобы не зависеть ни от кого, ни от чего. И вот космоэнергетика, она в этом очень помогает, потому что мы на первом этапе учимся погружаться в себя, чувствовать себя, знать и чувствовать, как идут потоки через мой физический план, который человек обычно себя ассоциирует со своим телом, ассоциирует со своей физикой, и от этого он пребывает еще в большей иллюзии. А когда человек осознает, чувствует и понимает свой тонкий план и ощущает его, то его мировосприятие расширяется, и иллюзия постепенно становится более прозрачная. Она совсем, конечно, не уходит, потому что мы все равно адаптируемся в материальном мире и взаимодействуем с ним. Но, по крайней мере, состояние того, что все в этом пространстве тонкого плана взаимосвязано, все в едином поле, и ты являешься частью этого поля, и ты находишь свою божественную частицу, искру, которая является источником твоей энергии, источником твоего света, источником силы и знания, то к этому ведет космоэнергетика. Так, вы начали отвечать. Ну, новичков немного, мастер. Угу. Начальный уровень, хорошо. Сестровую школу. Угу. Хорошо. Угу. Ну, новичков достаточно много. Хорошо. Угу. Спасибо, что включаетесь, потому что очень важно ваше включение для того, чтобы... Я уже говорила о том, что я тогда вас лучше чувствую через ту энергию, которую вы оставляете в чате, и у меня сразу идет с вами взаимодействие. Вот. И начальный уровень, он как раз начинает помогать нам ощущать все эти потоки. Конечно, бывает то, что к нам новички приходят уже, учась в других каких-то школах по биоэнергетике, тогда он сразу идет в более большие посвящения, потому что он знает о том, что, как работает энергия. Но, в принципе, начальный уровень, он уже помогает во многом справиться с теми задачами, которые стоят перед человеком. А самая основная задача – это выявить то, что его тормозит в развитии, то, что тормозит его решить ту или иную задачу, что тормозит его быть свободным, счастливым, и начать этот путь продвижения с первого уровня. И потом уже идут у нас следующие уровни. Буддийский блок – это как раз работа с эфирным планом, не сколько даже с физическим, хотя мы работаем через органы, но это эфирное пространство. То есть сначала мы начинаем эфирное пространство, а потом уже взаимосвязь идет на физике. И мы уже чувствуем поля на более расширенном уровне, мы уже осознаем не только то, что мы чувствуем внутри, мы соединяем внешнее и внутреннее пространство и понимаем расширение, ощущаем это расширение. Многие из вас, наверное, чувствовали, что они после сеанса становятся больше, шире, крупнее. Напишите, бывает ли у вас такое состояние после сеанса, когда вы проводите самостоятельно или когда с вами проводит проводник сеанс, что вы как будто стали больше, как будто ваше пространство увеличилось и уплотнилось. Напишите, есть ли у вас такие состояния, как будто вы выросли в размере или ни у кого таких состояний нет? Ответьте мне, пожалуйста, потому что это очень важно. На самом деле, как вы ощущаете? Потому что мы помним о том, что ощущение и чувство рождает весь тот мир, который вы видите. Ну вот у многих есть, у кого-то пока нет, но это пока.
Галина пишет, бывает всегда. Потому что вот когда я провожу свой сеанс, такое впечатление, что я вырастаю в своем росте в два раза. Да, и очень уплотняется поле. И когда я так чувствую, то, конечно, мое чувство веры и доверия к себе, к своему пути, к своему мироощущению, она возрастает. И это мне дает моя практика, да. И моя спина выпрямляется, моя грудь расправляется. И, конечно, состояние моей души совершенно другое, да. Да, вот Сергей пишет, что вроде как бы становится толще. Да, как будто вот плотное пространство. И не всегда, когда, допустим, это начальный уровень, не всегда вы можете это чувствовать. Но когда у вас уже посвящение с уровня мастера, это как раз то плотное поле, которое мы, с которым мы взаимодействуем. И, конечно, всегда я своим ученикам говорю, что космоэнергетика – это тот ресурс, благодаря которому вы можете прийти именно к себе, к своему источнику и наработать свое собственное ощущение, своего собственного канала, своей собственной чистоты. Потому что космоэнергетика, она как раз помогает вам справиться с той задачей, решения, о которой я говорила выше. То есть то, что, через намерение, что мне мешает, что мне не дает, какая родовая. У нас же есть родовые, очень много программ, с которыми мы рождаемся в том или ином роду, мы рождаемся в той или иной семье, и мы решаем свои какие-то родовые задачи по роду, как, ну, как обычно люди говорят, это было у моей мамы, бабушки, прабабушки, или это было во всем моем мужском роде, или у нас всегда так с мужчинами, или у нас так всегда с детьми. То есть люди видят родовые какие-то задачи, да, осознают это и иногда просто не знают, что с этим делать. Но когда человек практикует, когда он углубляется в себя, когда он задает это намерение, к нему приходит ответ, потому что чистота, с которой он соединяется, становится частью его, он неразделим. Мы в космоэнергетике должны прийти к тому, что не я и чистота, а чистота – это я. То есть я есть – это чистота. И мы к этому идем. То есть я не разделяю себя, что где-то там есть энергия, а я здесь. Такого не происходит. Я есть эта энергия. Я есть этот поток. Я есть часть этого потока. Когда вы уже много лет практикуете, у вас не должно быть разделенности. На первых этапах вам кажется, что где-то существует чистота, а где-то существую я. И я под эту чистоту, как под душ, встаю. Нет. Это только на первых этапах. Потом я есть эта чистота, потому что я неразделимое целое со всем сущим. Это состояние ко мне приходит. То есть я живу в целостности, у меня нет разделения. И я не иду за ответом куда-то, я иду за ответом внутрь себя. Я не выхожу из пространства, ища, так скажем, кого-то, кто мне может что-то дать. Я нахожу это в себе. И каждый из вас имеет это чувство, но очень часто та или иная программа, допустим, по тому же роду, она это блокирует. Потом те программы, которые мы набираем в течение жизни, да, и очень много бывает воздействий на человека, мы тоже об этом с вами сегодня поговорим, и человек не может просто прийти в себя для того, чтобы ответить на те вопросы, то есть услышать, вернее, тот ответ, который в нем уже заложен, который проявляется через него. Но стоят блокираторы для того, чтобы это услышать. И практика взаимодействия с энергией, она помогает распознать, услышать и правильно направить энергию, да, я помню о том, что энергию мы направляем через свое внимание и намерение, больше ничего не надо. Внимание и намерение, потому что существует то, на что мы смотрим, что мы видим, то и существует.
То, на что вы не смотрите, то, на что вы, не видите, того не существует. То есть умение концентрировать внимание, умение направлять свою энергию, как раз это мастерство, которое мы приобретаем день ото дня, обучая свой мозговой центр, обучая свой ум взаимодействовать по своей высшей воле, а не наоборот, потому что очень часто как раз человек идет на поводу своего ума, думая о том, что это его проекция. На самом деле это не так. Напишите комментарии к тому, что я сказала, откликается ли вам то, что я, о чем сейчас я говорю. То есть чувствуете ли вы, принимаете ли вы, знаете ли вы то, что я сейчас говорю? Включайтесь, пожалуйста. Угу. То есть, потому что здесь есть разные уровни посвящения, и как раз могут ответить те, кто уже достаточно давно в посвящениях, что это именно таким образом, благодаря космоэнергетике, их жизнь очень изменилась. Угу. Спасибо, Виолетта. Рада вас видеть всех, Ирина, да. Замечательно, Татьяна, Аня, да. Многих из вас я знаю, мне так это приятно, что со многими из вас я общаюсь на наших семинарах, выездах. Угу. Вот отлично, это здорово. Так, давайте тогда я перейду к вопросам. Значит, был такой вопрос. Когда мы общаемся с человеком... А, нет, это я сейчас на вторую часть. Первую часть попроще сначала вопросы. При работе с космоэнергетикой открывать колодец... Колодеца синергии нет. Да, когда мы работаем с синергией, колодец открывать не стоит. Но при этом, если вы чувствуете, что ваши поля имеют, так скажем, энергетический мусор, то вы можете совмещать из синергии колодец. Да, там принцип работы энергии, он остается, то есть принцип работы энергии, он всегда остается одинаковым. Поэтому если вы постоянно в практике день ото дня, да, то вам колодец открывать не надо, если вы себя естественным образом нормально чувствуете, потому что колодец – это сток энергии, вы теряете. Когда открыт колодец, вы теряете энергию. Вот когда колодец закрыт, вы набираете энергию. Поэтому по этому принципу и работайте с колодцем. Но это вот Ира спрашивает, у нее начальный уровень космоэнергетики, поэтому здесь надо вот это смотреть. Если вы уже на уровне мастера, то, конечно, вопрос о колодце вообще не стоит, потому что там он автоматически открывается. Вот. И продолжение вопроса на общих сеансах. Когда мы проводим в чате, мы открываем космос и синергия. Нужно ли открывать колодец, когда стоит, вы стоите, да, вместе в чате? Тут опять же, да, индивидуально, в принципе, не обязательно. Вообще, когда по правилам космоэнергетики, по традиции, когда мы проводим дистанционный сеанс, мы колодец не открываем. Вот. Хотя лично я, когда работаю дистанционно с людьми, я колодец открываю, если это необходимо. Но, в принципе, можно не открывать, особенно если вот как Ирина, она постоянный участник нашего чата, наших сеансов, поэтому здесь можно не открывать. Вот. Вот Виктория написала, что да, появился навык именно обращаться внутрь себя, потому что это источник. Источник не где-то вовне, не где-то кто-то когда-то кем-то может вам помочь. Вы можете только сами себе ответить. Да, очень часто, допустим, я провожу сеансы, я помогаю людям, но основа моих, допустим, сеансов, чтобы человек нашел все вопросы в себе, просто скорректировать, помочь, расчистить, так скажем, те программы, блокираторы, потому что в течение жизни, к сожалению, очень много бывает там разных рода подключек и блокираторов, и человек просто не осознает. И коррекция, конечно, она приводит к очень хорошим результатам. Так, второй вопрос. Достаточно ли базового посвящения в космоэнергетику?
и, соответственно, работа с частотами для сброса очищения пепла. Если вы недавно посвятились и у вас начальный уровень посвящения, то, конечно, какой-то этап времени этого будет достаточно. Причем для кого-то это 3 месяца, а для кого-то 3 года. Да? Настолько все индивидуально, работа с тонкими полями. Здесь вы смотрите по ощущениям, по состоянию. Вот сколько тоже уже было, так скажем, комментариев по этому поводу у моих учеников, в том, что вот человек прямо пошел в началку, он прямо наслаждался, и потом какой-то раз, период, он как будто это наслаждение потерял. На самом деле это просто энергия стала частью его, и он перестал ощущать эти потоки. Это как раз не то, что он потерял энергию, а наоборот, он стал ей. И тело настолько адаптировалось к этой вибрации, к этой частоте, что такое состояние, как будто ты потерял эту энергию. И тогда как раз надо идти в следующий этап посвящения для того, чтобы очищаться и сбрасывать, так скажем, пепел. Потому что чем больше мы работаем с энергией, тем больше у нас может быть пепла, да? И, ну, пепел, помните о том, что если это начальный уровень, то очень хорошо, в принципе, снимает шалом. Вот в последующих посвящениях там уже другие частоты. И, конечно, это минусовая женская энергия, это земля, вода, взаимодействие с этими источниками снимет с вас как можно больше энергии пепла. Вот, поэтому тут все так индивидуально. Если есть какие-то еще вопросы по этой теме, то тоже можете задавать. Следующий вопрос был и тоже интересный, Аня задает. Как проводить сеансы с визуализацией? Я умею только руками. И как управлять мыслеобразом? Да, конечно, когда у вас включается ясновидение, слышание, ясночувствование, яснознание, все аспекты, да, познания, так скажем, связи с энергией, это великолепно. Но на первых этапах, если даже вот как у Ани получается работать только руками и чувствовать руками, это очень хорошо, потому что руки проводят все наши каналы. То есть через руки идет минимум 12 каналов, которые помогают воспринимать энергию, да, и не обязательно иногда даже физически дотрагиваться. Я даже когда дистанционно работаю, я могу руками прочувствовать жемчужину, я могу даже почувствовать не просто там запахи какие-то энергии, я могу почувствовать даже ткань одежды, когда особенно жемчужину прокачиваешь, я могу прочувствовать, насколько человек горячий или не очень, насколько он дышит. То есть я настолько чувствую вот руками, даже на расстоянии, просто соединившись с человеком. Поэтому как управлять мыслеобразом? У нас не у всех открыто образное видение. Его надо элементарно развивать, если вы хотите. Есть масса практик, потому что область мозга, которая отвечает за визуализацию, она же отвечает и за ясновидение, она же отвечает и за мыслеобраз, и она отвечает за память. Если вы вспоминаете в своей голове с картинками то, что с вами когда-либо случалось, значит, зона этого мозга у вас активна, просто она не наработана. Если вы не можете вспомнить яркую картинку воспоминаний, ну, допустим, съездили на море, и вы так раз, и вы видите картинку моря, у вас этого нет, то, конечно, у вас тогда эта зона мозга заблокирована, и вам будет сложнее. Но если у вас такое происходит, то вы просто представляете, вспоминайте, как это случалось с вами, и развивайте эту зону. И, но при этом я говорю о том, что чувствительности достаточно, потому что чувствительность, она стоит гораздо выше, чем картинка, чем мыслеобраз. Мыслеобраз, он для упрощения, так скажем. Кто совсем не может чувствовать, тому, наверное, лучше начинать с мыслеобраза. Но если вы уже чувствуете, вам можно не переживать, потому что вы не видите мыслеобраза чистоты. Потому что после чувствования включается яснознание. И когда у вас после яснознания уже придет картинка, то эта картинка, она будет более правильная,
нежели когда вы начинаете с картинки, а потом уже чувствование и знание. Тут может идти искажение, потому что вы можете придумать все, что угодно. И это может быть не истиной, да? А наша задача как можно больше истинности видеть в том, что происходит с самим собой или с нашими клиентами, когда мы взаимодействуем с энергией, с частотой, входим в сеанс, медитацию. И поэтому акцентируйтесь на чувствовании и просто знайте. Знайте, и эффективность от вашего взаимодействия с частотами будет намного больше. Так, Валентина спрашивает, какие каналы раскрывают чакры рук? Все. Насколько просто вы будете... Вообще, самые основные каналы, которые, кстати, забиваются у людей при подключках, это пальцы. Они же открыты, и они бывают очень закрыты. Вот. Поэтому здесь можно очищать фирастом, делать разрезы, наполнять фронт буду, заниматься руками, то есть чувствовать их. Ощущать чакры на руках, делать здесь тоже своего рода чистку, взаимодействовать с минералами. Я очень часто взаимодействую с минералами, у меня рядом со мной очень много, сейчас просто не буду показывать, но у меня есть камни, которые я заряжаю, у меня есть масла заряженные. Я перед сеансом очень часто промываю свои руки и маслами, и готовлюсь всегда к сеансу и чистотой, и светом. И у меня есть знание, как активировать людям энергию через руки. То есть всем я этим занимаюсь, и это приходит уже вот в процессе, это чувствование и знание. Так, Виктория спрашивает, как понять, что ты чувствуешь, не глючишь и не придумываешь, как понять? Ну вот здесь как раз надо верить себе и самое главное быть расслабленным. Если вы будете напрягаться, верю-не верю, вижу-не вижу, то, конечно, ум будет очень много рисовать всевозможного, додумывать. То есть чем больше у вас недоверия к себе, тем больше у вас иллюзии. Самое главное – это опираться на собственное доверие к себе, к тому, что с тобой происходит, и уметь направлять не только энергию там, чистоты, но и энергию эмоций. Я тоже об этом сейчас скажу, вот когда будут следующие вопросы, насколько уметь брать ответственность за то, что ты думаешь, и за то, что ты чувствуешь. Вот, то есть очищать себя от тех привязок, эмоциональных привязок, которые тебя снижают твою вибрацию, снижают твой поток. И Виктория еще спрашивает, как различать информацию. Ну, Виктория, здесь уточни вопрос, что значит различать информацию, да, может быть, потому что есть вопрос, есть ответ, да. И чем вы будете находиться в гармонии, тем легче и спокойнее вам будет приходить ответ. У вас ответы все есть. Но опять же, да, повторюсь, не всегда вы можете их услышать, потому что очень, так скажем, засорено ваше восприятие через те или иные программы или блоки. И с этим надо работать. То есть надо свои блоки и программы расчищать на то, чтобы самое главное верить в себя и доверять себе. Потому что даже если вы не правы, вы правы. Потому что никогда себя не ругать, если вы что-то сделали не так и получили, как потом окажется, допустим, какой-то ложный ответ на тот или иной вопрос. То есть вы проявили это в мир, вы это выразили, вы сказали, да, и даже это, если искажение, вы будете таким образом понимать, что где-то часть ваша услышала правильный ответ, но вы уперлись в ложный ответ, да, и вы будете разграничивать свою чувствительность, вы будете слушать, да, свою интуицию и уже более грамотно в следующий раз взаимодействовать с интуицией. Хотя на самом деле любой вопрос имеет ответ.
Это однозначно, и он сразу внутри вас рождается. Если вы в данный момент, когда, допустим, вы задаете определенный вопрос, и вы не можете считать информацию сразу, оставьте. Ответ придет позже, когда вы, может быть, будете расслаблены, уходить в сон, или когда вы будете пробуждаться. Я очень часто раньше практиковала, это такой достаточно известный метод, когда вы вечером ложитесь, задаете вопрос и делаете себе намерение, что когда я буду пробуждаться, правильный ответ ко мне придет. И какой первый будет ответ, тот ответ истинный. Я так очень часто раньше делала и при пробуждении. Причем это были самые простые вопросы. Я даже помню, когда-то там я могла спросить, делать мне эту покупку или не делать мне эту покупку, стоит мне туда идти, не стоит. Ну, когда было очень много сомнений, я себе не так доверяла, как сейчас, то вот этим методом я очень часто пользовалась именно перед сном, когда все уходит, и при пробуждении моя интуиция была проявлена, пока мозг не такой активный, потому что мозг тоже должен пробудиться, ум должен пробудиться, он должен быть активный, и на первом моменте при пробуждении идет интуиция. Да, и я таким образом получала свои ответы. Поэтому, если вы эмоциональный человек и вы себе там не доверяете, попробуйте таким образом. Ну и при этом в сеансах это тоже так же происходит, когда вы в начале сеанса задаете, отпускаете, и в течение сеанса, неожиданно отпустив, вам может прийти ответ. Я думаю, что с вами, со всеми это происходит достаточно часто. Да? Напишите, часто это с вами происходит или нет, когда вы во время сеанса получаете ответы на свои внутренние вопросы. Конечно, еще очень важно правильно задать вопрос. Это тоже существует, да? Правильно увидеть причину. Спасибо. Да, Галина, Марина пишут, да. Отлично. Правильно сфокусироваться и, опять же, направить внимание туда. Это важно, на самом деле, направить. Ирина. Хорошо, спасибо. То есть у вас это происходит после сеанса, вот Анна получает. Да, или это правильно, да, проблема правильно задать вопрос остается, конечно. Люда всегда получает ответ, супер. Ну, правильно концентрировать внимание на вопросе тоже надо научиться. Сначала вы задаете определенный вопрос, потом, допустим, у вас идет некорректировка, вы чувствуете, что вы плаваете на поверхности, да, и это не тот вопрос, который для вас является истинным, извините его, уйдите вглубже, потому что тоже сколько вот, ну, уже много лет я взаимодействую со своими учениками, пациентами, то тот запрос, с которым приходит человек, он всегда, как правило, является поверхностным. Причина совсем в другом, она намного глубже. Вот как раз нам эти программы не дают пройти и углубиться в эту призму собственной истины. Да, мы через призму восприятия своих собственных, так скажем, сжатых рамок личного опыта, мы не можем, как правило, увидеть истинную причину той или иной там, задачи, проблемы, да. И для этого как раз вот нужны проводники. Но, в принципе, если вы будете самостоятельно раз от раза стучаться туда, то вы все-таки зайдете за свою призму, сможете нырнуть, когда успокоитесь, и увидите истинность. Потому что многослойность вот, вот этих вот призм, она очень большая. Там призма не одна, там их несколько, да. То есть она уже устоявшаяся, особенно если вам уже там... вы не молодая, юная там, девушка или парень, у вас уже устоялась жизнь, у вас уже есть какие-то принципы, какой-то опыт, то этой призмы достаточно много. Сначала этот опыт, потом там юношество, потом там детство, потом там родовые какие-то убеждения и так далее, и так далее. Эта призма, она очень большая. Но если вы будете туда устремляться, идти, то вы дойдете до корня, достанете его и получите ответ. Тогда вы правильно зададите вопрос, тогда вы правильно сконцентрируете внимание и достучитесь. Вот. Потому что, ну, это всегда
приходит человек с одним, и когда начинаешь смотреть, 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 идешь вглубь, и проявляется совершенно другое, то, о чем человек даже где-то внутри себя знал, где-то внутри себя чувствовал, и, как правило, всегда так и происходит, когда ты работаешь, вот я работаю с человеком, он мне говорит, там, скажем, клиент говорит о том, что да, я же это знал, но почему-то я вот этого не мог проявить. То есть он начинает видеть, слышать то, что на самом деле в нем уже есть. Вот. Елена пишет, что после сеанса во сне бывает приходит. Да? Вечерние сеансы, они тоже очень эффективны. Старайтесь просто вечером делать на расслабление сеансы. И если вы уже давно в практике, это можно делать и лежа, вот, и сидя, и расслабляться, и задаете вопросы. Прямо с энергией потока вы ложитесь спать, и тогда более эффективно к вам приходят ответы. Вот. И вы понимаете, может быть, даже то, что вам не вообще не важно то, о чем вы вчера спрашивали. Такое тоже бывает. То есть вчера вы спросили, вчера вам казалось это важно, вчера вы были в эмоциональном сбое, вот, и вам казалось, что это, ну, так актуально, вы просыпаетесь утром и понимаете, что это вообще все не актуально, это было лишь эмоциональное воздействие там, каких-то программ, и социальные программы очень сильно давят, эгрегоры очень сильно давят, вот, что это было именно такое вот давление, и вы на него поддались, то, конечно, сразу, когда вы поддаетесь социальным программам, ваша вибрация падает, падает ваша энергетика. Вот, и так тоже происходит, кстати, подключки разного рода. Когда вы это осознали, сразу своим намерением вставайте на сеанс для того, чтобы поднять вибрацию. На самом деле, вот основной вопрос, вернее, ответ, да, как изменить ту или иную ситуацию, как убрать иную, иную программу. На любое «как» будет один ответ. Повысить вибрацию, повысить энергетику, изменить свое энергетическое поле и состояние. Да, потому что когда повышена вибрация, воздействие, оно минимально. Оно, конечно, все равно может быть присутствует, но вы быстро его распознаете и быстро от него отключаетесь. Как повысить вибрацию? Намерением, осознаванием проблемы, осознаванием воздействия, увидеть эту энергетику и поднять то поле, ту энергию, которая только что понизила вашу вибрацию. Сегодня, кстати, этому будет посвящен сеанс, да? Я еще к этому вернусь, но суть в этом. И то, что вчера являлось вами и вами же проявлялось, и понижала вашу энергию, то сегодня это поле, просто осознавая его, благодаря этой энергии вы можете поднять свою вибрацию. Веря в свою истинность, веря в свою, так скажем, свое божественное начало, веря в свой собственный источник, осознавая себя частью всего целого, да, и через эти внутренние знания, через это внутренний стержень вы выражаете намерение, и ваша вибрация растет, потому что вы ходячие батарейки. И степень ответственности, которая лежит у каждого за свою жизнь, это его степень ответственности. И чем больше вы будете осознавать, что именно я, проекция той энергии, в которой я живу, именно мое состояние является частью всего того, что со мной происходит, то тогда у вас не возникает вопросов, вы просто посылаете намерение, концентрируетесь и изменяете уровень той энергии, которая еще вчера сбила, так скажем, ваше поле, сделала дырки, и вы обесточились и так далее. Вот. Тут вот вопросы как раз такие вот по этой теме. Когда мы общаемся с человеком, сущностью или проводим консультацию, как защитить себя, да? Но вопрос, скорее всего, это был человек, который недавно занимается космоэнергетикой,
Потому что когда мы уже много лет в практике, мы уже даже не защищаемся, потому что мы говорили с вами об этом на первом вебинаре, о том, что является нашей защитой. Наша защита является наше чистое поле, наш чистый кокон, моя собственная энергия. И чем меньше у меня привязок и крючков, тем меньше я буду подвержена воздействию, так скажем, каких-то сущностей. Сущность — это, в принципе, программа. Сущность — это разумная суть, накормленная отрицательной эмоцией, скажем так. Да? И все программы, все, можно назвать их сущностями, они приходят, конечно, бывают родовые вещи, которые передаются по роду, но практически они всегда приходят на отрицательное, так скажем, взаимодействие с самим собой, на страхи, на разочарование, на неверие в себя и так далее. Вот. И если к вам приходит человек с такими вот сущностями, с такой низкой энергетикой, вам вообще нечего бояться, если у вас энергетика своя высокая. Абсолютно, да. Иногда кто очень высокая эмпатия, вот у меня очень высокая эмпатия, но это не значит, что я от этого страдаю, когда я это чувствую. Я это чувствование не соединяю, так скажем, с собой. Я это чувствую, но я это не это чувство, да. Хотя я это ощущаю, потому что я чувствую и боль, и когда с человеком работаешь, боль, страдания, низкие эмоции, низкие вибрации, это всегда очень ощущается. Но раз человек к тебе обратился, значит, ты можешь это помочь. Никогда к вам не обратится человек, которому вы помочь не сможете. Именно к вам придет пациент, и именно вы поможете этому пациенту. Потому что просто так мироздание, Вселенная ничего просто так не делает. К вам идет то, на что вы способны, как и мысль. То есть любая мысль или идея, которая приходит к вам, вы этого достойны, вы этого можете, и любую свою мечту, любую свой проект вы можете осуществить. Другое дело, если у вас там уже какие-то блокирующие программы, от которых вы там в себя не верите, это вторично. Но умение концентрировать и очищать день за днем отрицательную эмоцию, отрицательную мыслеобраз как раз вам помогут верить в себя и слышать себя. Второй вопрос. Как понять, что у тебя есть подключка или сущность? Ну, на самом деле, это как раз вот, когда человек чувствует себя одиноким, когда он в страхах, он боится за будущее. Это однозначно, просто он настолько разбивает себя, когда он не верит в завтрашний день, он не верит себе, он себе не доверяет. То есть у него прямо вот боль и страх, что будет завтра. Потом зависимость от общего мнения, зависимость, что про меня подумают, это тоже очень сильные подключки и программы, которые потом могут привлечь сущность в поле, когда человек постоянно в этом пребывает. Потом еще я тут написала, невера в себя, да, конечно же, невера в себя, в свое божественное начало, в свою искру, в свою связь со своей душой и то, что все идет по плану души. То есть вот, и когда человек очень быстро устает, и вроде бы все хорошо-хорошо, и большая смена, быстрая смена, перепад настроения тоже говорит о том, что есть какая-то подключка программы, которая владеет вместо него его энергетикой, да, такие перепады очень резкие. Вот. Что делать с сопереживанием при чувствовании чужой боли? Мне тяжело от этого. Да, есть такой момент сострадания. Вообще целители – это те люди, которые умеют сострадать. И здесь очень четко надо понимать, что такое сострадание. Сострадание не тогда, когда я включаюсь в боль человека, даже если я ее чувствую физически, а тогда, когда мой источник света может направить этот луч любви этому человеку. То есть я сострадаю, но я не отождествляю себя с этой болью, хотя я ее чувствую. Я знаю, что она присутствует как опыт, как урок,
как путь этого человека, потому что ничего не бывает плохого или хорошего. Все это необходимо для пути, для развития. И это присутствует. И моя задача в сострадании, в сопереживании не соединяться с этим, а помочь этому. Да? Даже можно просто энергией любви, энергией открытого сердца, энергией участия. Очень часто бывает просто участие, и просто от того, что ты выслушаешь человека, помогает ему выйти из этого состояния. Да? Вы знаете об этом. Поэтому боль есть, но вы не отождествляете себя с ней, потому что это не ваша боль, вы просто ее чувствуете. Вот. Да, Татьяна, не переживайте, что звука нет. Вебинар, конечно же, будет. Вы посмотрите все в записи. А Надежда пишет, как часто вы используете медиагеткос. На сегодняшний момент я их вообще не использую, потому что мне не надо привлекать частоту для ответа. Я говорю, я уже есть эта частота. Она просто у меня вот есть, и все. То есть, ну, я отдельно уже энергии не открываю. Очень редко, когда мне приходится какую-то отдельную энергию брать, у меня уже просто идет световой поток, в котором может открыться самостоятельно та или иная частота по той иной задаче. И не я их призываю, а они проявляются, и я их просто вижу. Вот. Это как раз то, что я не разделяю себя с энергией, что где-то есть там поле мастера, и вот я. Нет, есть там еще нет. Такого нету там поля прогрессора и я. Я есть это поле, и оно не то, что там в каждой моей клетке, да, оно в каждой моей частице, потому что это уже не только на уровне физики, но и на уровне души, и на уровне всех тонких тел, и на уровне духа, то есть есть эта энергия, да. И поэтому у меня нет в этом смысле разделения. Сейчас еще посмотрю вопрос тут. Так, Александр пишет, вчера получил уведомление о сокращении на работе. Посоветуйте, как выйти правильно. Может, у вас опыт в подобной ситуации? Заранее благодарю. Выйти правильно с работы, да, или выйти правильно из той эмоции, которая вас нахлынула? Я, конечно, понимаю, что, наверное, вы стали переживать, потому что, как вам кажется, у вас забирают тот фундамент, который был все эти годы, да. На самом деле это новая дверь, новое, такое, скажем, приключение, ощущение своей жизни. И когда-то в моей практике тоже было, когда меня, правда, не уволили, когда я самостоятельно ушла из бизнеса, причем это был успешный бизнес на тот момент, но я уже не могла, так скажем, делать то, что я делала, потому что, хотя когда-то меня это радовало, я считала, что я нашла свою стезю в жизни, я занималась тем, что мне нравится, мне все еще говорили о том, что тебе повезло, ты нашла то, что приносит тебе удовольствие. Мне действительно моя работа приносила огромное удовольствие, я работала очень много, считая себя трудоголиком, то есть у меня была такая привязка к работе, к результату, вот. Но настал момент, когда я не могла делать то, что я делала, понимая, что это неправильно, и это не является вообще целью моей жизни, задачей моей, что ну, это не должно быть так. И не имея ничего, так скажем, в завтрашнем дне, я все-таки сделала заявление, причем публично, о том, что я ухожу. И могу сказать, что да, я оказалась в неком вакууме, и, конечно, по материальным каким-то моментам я потеряла. Вот. Но через полгода ситуация полностью поменялась, потому что все полгода я нашла все это время для того, чтобы быть собой, прощать себя, понимать себя. Я делала очень много практик, искала свой источник, веру в себя. То есть это большая такая была проделана работа по взаимодействию с собой. Потому что когда мы очень много времени трудимся на той работе, которая не приносит нам удовольствия, то даже если она приносит удовольствие, как в моем было случае,
Вот, мы теряем себя, мы теряем связь с собой, мы перестаем себя слышать и идем за какими-то базовыми социальными установками, как должно быть. На самом деле так не должно быть. Первое, что мы должны найти в этой жизни, это себя, да, связь с собой и узнать себя, кто я, почему я так хочу, почему я так не хочу, почему является ли это все то, что я проявляю мной, или это навязано мне, чувство состояния, мысли, да. Вот это вот распознавание себя, конечно, мне вот эти полгода, когда я полностью была в вакууме, отделена от мира, потому что как раз я тогда переехала на другое место жительства, то есть у меня появилось другое пространство. Вот, был такой непростой период, но очень интересный. Поэтому примите это как дар Бога, что у вас сокращают с работы, и у вас появляется свое пространство для того, чтобы глубже понять и ощутить себя и найти новый путь, стопроцентной веры в то, что вас любит пространство, любит Вселенная, вас любит Бог, и самое главное, вы себя любите. И если вы ощущаете это знание, то даже не чувство знания, да, внутри себя, то Вселенная вам это проявит, пространство вам это покажет. И события произойдут волшебным образом, и вы через некоторое время скажете спасибо, что меня сократили, я этому очень рад. Я благодарю самому себе, потому что именно я спровоцировал эту ситуацию, именно я сделал так, чтобы меня сократили. Хотя на данный момент вы думаете по-другому. Вот как-то так. Следующий вопрос. Почему в торговых центрах так быстро обесточивается организм и уходит вся энергия? И как взаимодействовать с торговым центром, чтобы быть в ресурсе? Напишите, когда вы посещаете торговые центры, вы теряете энергию? Это такое, особенно если вы живете в больших городах, и наши все огромные супермаркеты, мегамаркеты. Есть ли у вас такое ощущение? Любите ли вы ходить по магазинам? В принципе, да. Включайтесь. Включайтесь, потому что мне очень важно, теряете ли вы энергию в супермаркетах. Ну ладно, что-то вот у вас нету ответов. Ну хорошо. Ну, могу сказать тогда на собственном опыте, если вы, может быть, просто что-то зависает, могу сказать на собственном опыте, что раньше я очень страдала, когда мне надо было посещать большие супермаркеты. Вот, и мне приходилось писать четкий список тех вещей, которые мне надо купить, и четкий список тех магазинов, которые я буду посещать в этих супермаркетах, потому что максимум 2 часа я могла выдержать большие вот эти все наши гипермаркеты, и было очень сложно, и в гипермаркетах реально очень много привязок, может быть, под ключик, потому что очень сильно работает социальное поле, и человек, как правило, там теряет вообще свою разумность, потому что он проводит, во-первых, очень много времени попусту и подключается к разным эгрегорам, которые провоцируют его на покупки, провокации,
Очень много провокаций на самом деле в этих магазинах. Но когда вы, опять же, имеете не настолько высокий ресурс, когда вы имеете не такую большую энергетику, и пока вы ну, взаимодействуете с этими. Появилась такая техника, которая мне очень много помогала. Я открывала частоту Анаэль и направляла его на свой, направляла эту частоту на свой путь, направляла в супермаркет прямо эту энергию и давала намерение, представляла, визуализировала, что я иду по этому лучу. То есть есть луч, и я и по нему иду, и я взаимодействую через энергию Анаэль с тем пространством, в котором я пребываю. И какое-то время мне очень помогала эта техника, потому что даже когда я приходила с этой техникой в магазин, то, во-первых, я сразу находила те там продукты, которые мне надо, или вещи, которые мне надо, вот, и я энергию не теряла. Потом у меня появился такой метод, когда, допустим, ну, если это ты идешь там, это я с дочерью ходила, мы готовились к каким-то торжествам или большим праздникам, и надо было много времени провести в магазине, то здесь, когда ты побыл в магазине и начинаешь чувствовать, что тебе не очень хорошо, надо просто выйти на улицу, найти первое дерево и обняться с ним. И потом можно вернуться в магазин, то есть соединиться с энергией земли, соединиться с энергией пространства и восстановить свою ауру. Вот. А сейчас у меня уже просто, я настолько спокойно могу находиться там в больших магазинах, там как IKEA или еще что-то подобное. То есть меня вообще это не трогает, потому что ну, энергетический ресурс полей совершенно стал другим, хотя чувствительность при всем при этом она повышена. И я вижу, как работает мое поле, и как оно может само, так скажем, без включения моего ума или подтолкнуть меня куда-то, или наоборот быстро откуда-то вывести, или завести куда-то. То есть я просто иду в потоке. В потоке и полностью подчиняюсь, так скажем, и соединена с этим потоком, который мной двигает. И поэтому в больших гипермаркетах на данный момент я не обестачиваюсь. Напишите, может быть, у вас есть какие-то свои методы взаимосвязи с, то, в том пространстве, где очень много людей. Если вы поделитесь, это будет интересно. Можете прямо сейчас в чате написать. Следующий вопрос. Как выстраивать взаимодействие с эгрегорами, но не быть в эгрегоре? Ну, это опять же по собственному ресурсу. И самое главное, не эмоционировать. Вообще, когда вы не эмоционируете, любая ситуация, она вообще никакая, она нейтральная. Как только вы включаете свою эмоцию, даже если она суперположительная, вы все, вы взаимодействуете. Вы сразу начинаете энергообмен. Энергообмен сразу делает вам подключку. Потому что все вообще никакое. И не наделено ничем. Оно наделяется только чем-то, только тогда, когда вы санкционировали, только тогда, когда вы выделили эмоцию, только тогда, когда вы отдали эту эмоцию. Тогда начинает вибрировать то или иное пространство, и, соответственно, через это вы даете разрешение эгрегору, сути, подключке войти в вашу ауру и быть вместе с вами. Если вы это сразу не отслеживаете, если вы этого не наблюдаете, это остается с вами, начинает с вами жить. Потом вы можете опять это не увидеть, опять начать это кормить своими эмоциями похожими. И так вырастает привязка, подключка, сущность именно таким образом. От всего от этого можно очень быстро уходить, когда вы наблюдатель, когда вы увидели, что вы среагировали, что вы выдали эмоцию, да, вы создали нечто негативное, потому что чем хорошо космоэнергетика, когда даже вы, не, может быть, на первых этапах не осознаете, но каждый день чистите свои энергоцентры и тонкие поля, о чем я всегда обучаю вас в начальном этапе обучения, да, у меня очень много видео по этому поводу, и вы, может быть, бессознательно чистите, то и бессознательно вычищаете эти энергии, которые
могли спровоцировать к вам там ту или иную подключку и создать тот или иной блок. Вот. Но когда вы еще включаете разумность, и вы понимаете, что только что вы выделили мысль, к сожалению, люди не слышат, как пахнет мысль, как пахнет эмоция. Но если это отрицательное и негативное, оно имеет вибрацию очень низкую. И эта низкая вибрация никуда не девается, она остается в вашем поле. И оно начинает тлеть. Да? И вот это тление, оно может привлечь все, что угодно. И взаимосвязь с эгрегором может быть очень печальна. Но если вы отследили, если вы увидели, и вы, опять же, увидели ту энергию, которая только что являлась очень низким потоком вибрации, вы можете направить туда частоту, вы можете направить свой луч сознания, вы можете направить свою искру своей частоты и своего света и поднять эту энергию вибрации, изменить ее, трансформировать ее просто наблюдением, сделать совершенно другую частоту. Вы все работаете с частотами, вы умеете с ними взаимодействовать. Точно так же вы можете взаимодействовать с любой другой отрицательной частотой, которая была выделена вами. Это ваша энергия. Никто, вас могли спровоцировать, да, но вас спровоцировали. И если вы на первых этапах научитесь убирать все эти тяжелые мыслеформы, то потом вы сможете докопаться до самой программы, на которую идет крючок, когда вас цепляет. И тогда вы будете в системе, но вне системе, в эгрегорах, но вне эгрегорах. То есть, с одной стороны, мы все взаимодействуем с эгрегорами, но мы не подчиняемся им, потому что мы знаем о том, что, чему мы подчиняемся, да? Чему подчиняюсь я, где мой свет, где моя искра, где моя частица Бога и через что я взаимодействую с этим миром. И вопрос из присланных, да, последний, как правильно взаимодействовать, развивать канал с Высшим Я, какие принципы и правила работы с Высшим Я. Высшее Я, когда, допустим, вы вообще, вот что такое Высшее Я? Мой Высший Разум, мое Высшее Сознание, моя энергия Души. Тут можно называть по-разному, но это то, что на самом деле является вашей вот этой вот высшей искрой чистоты, вашей высшей искрой света. И для начала, конечно, допустим, нам кажется, что высшее я, оно где-то там. И пока мы отождествляем себя с телом, для нас высшее я будет там. Когда я при вопросе, допустим, спрашиваю вас, вы кто? Вы там говорите, я там Ирина, Галина, там Марина, да? Вы отождествляете себя с именем, и вы отождествляете себя с телом. Тогда, когда мы такой даем ответ, то высшее я, оно где-то вот над головой, как считается, да, чакра. Ну, где-то на выше, тут чакра души считается, здесь чакра высшего я. То вам кажется, что вот я соединяюсь в потоках, у меня даже есть такая медитация на Ютубе, то есть соединение вот этих потоков, но это все нужно лишь для того, чтобы вы через какое-то время, через какой-то промежуток вот этих вот всех медитаций поняли, что вы есть часть целого, и вы научились не ощущать свою форму тела. Когда вы ощущаете свою форму тела, ум очень активен, потому что ум привязывается к форме, к ограничению. Весь ваш опыт – это ограничение, все ваши приоритеты, так скажем, ну не приоритеты, а потребности, да, это ограничения, все ваши желания – это ограничения, и ум к этому привязывается, эго к этому привязывается. Эго привязывается всегда к форме. Форма, когда вы ощущаете себя только вот формой. Вот я тело, вот меня зовут там Антонина, и ум в этом существует. Это так. Но когда я начинаю работать потоками, когда я начинаю работать энергиями, что я происходит, да? Что происходит со многими из вас? Вы теряете форму. Вы теряете форму в сеансе, в медитации. Вы начинаете чувствовать, что вы не эта форма, вы не это ограничение, вы не только то, что видите в зеркале, да? Вы намного больше, мы с этого начали сегодня вебинар, вы намного шире, вы намного выше, сильнее, мощнее, ваша аура, она огромная, потому что плотная аура где-то до 2 метров доходит,
плюс-минус, а более рассеянная аура доходит там до 20 метров, а еще больше аура доходит до 100 метров, а еще больше аура, она вообще идет на всю Землю, и на всю, на весь тонкий план Земли и так далее. То есть мы соединяемся с мирозданием. И когда мы начинаем эти потоки гонять, взаимодействовать с ними, мы как раз постепенно-постепенно приучаем себя в выход из тела для того, чтобы не чувствовать своим телом. И таким образом наш ум начинает тише и медленнее говорить, потому что он не может привязаться к бесконечности, а сознание может, сознание мы выходим, так скажем, мы соединяемся со всем сущим и являемся этим всем сущим. И он где-то там на заднем плане что-то разговаривает сам с собой, но мы уже его не слышим. Нам иногда даже на первых этапах, там, месяцах, даже первых, там, может, несколько лет, ну, кому кажется, что ум прямо активно разговаривает. На самом деле нет, он где-то там в стороне, а мы выходим в практику, мы выходим в энергию единства и вот этой бесконечности. И когда ты можешь почувствовать себя пустотой вообще ничем, и можешь почувствовать себя настолько огромным, расширенным, всеобъемлющим в прошлом, в настоящем, в будущем, когда происходит все одномоментно, односекундно, да, мгновенно. И тогда, то есть совершенно по-другому идет связь. И тогда ты понимаешь, что высшее я, оно не где-то там, оно есть ты. То есть ты есть это энергия чистоты, энергия света. И тогда у тебя не возникает вопросов, верю я себе или не верю, знаю я себя или не знаю, доверяю я себе или не доверяю. Все происходит односекундно. И если потом, когда вы выходите из практики, но вы поймали это чувство, ваш ум начинает тащить вас в какие-то эмоции, которые являются негативными для вас, то начинайте с ними сразу работать. То есть вы уже поймали это состояние, вы поймали это чувство. Входите в состояние сеанса медитации и начинайте рассматривать ту энергию, которая провоцирует вас на страх, на уныние, на неверие, на отсутствие решимости что-либо сделать, то, что я никогда в жизни не делал, но эта мысль, допустим, у меня всегда есть, но я этого не делаю, потому что я себя сравниваю. Вот энергия сравнения, она вообще очень разрушающая. То есть человек, к нему приходит идея, а он говорит, нет, я это не могу, потому что и оправдывает себя и остается на том месте, на котором он есть, потому что ему кажется, что у него чего-то нет. Или очень часто энергия вины. Я виноват, или там виновна, да, разрушение, полное разрушение. Это настолько чувство вины разрушает человека в его жизни, что он очень действительно много потом, к сожалению, страдает и получает то, что получает. Поэтому я призываю вас просто взять ответственность за то, как вы живете, что вы делаете, куда вы смотрите, что вы думаете, что я чувствую, почему я так чувствую, хочу ли я это чувствовать, является ли это мое чувство, или кто-то мне его навязал, и я в это поверил. И я наблюдаю за этим чувством, я наблюдаю за этой мыслью, и просто смотрю и понимаю, что эта энергия меня разбивает, снижает мою вибрацию, ведет меня не в ту сторону, и я разобранный как на мелкие кусочки разбитого стекла, но это все не я. Это все вот эти вот игры моего ума, который привел меня в это, там, неважно почему, там, детство, отрочество, юность, родовые программы, это все можно увидеть. Но когда вы направленно работаете с этим и направленно, так скажем, не боясь ничего, принимая все, да, отправляете это в намерение и в разбор, так скажем, всего того, что с вами происходит. День ото дня. Я могу вам сказать даже больше. Я работаю, так скажем, ну я не работаю, я уже этим тоже являюсь постоянно. У меня уже нет такого, что вот я сеанс отработала, и потом я другой человек. У меня сеанс 24 часа в сутки. Я все время наблюдаю, отслеживаю, смотрю эту эмоцию, эту мысль, что она мне несет,
снижение вибраций, соответственно, мое пространство мира будет отражаться по-другому. И тем более, когда у вас уже высокие поля, особенно вот среди вас очень много есть и магистров, и прогрессоры есть, вы уже знаете, ваши мысли воплощаются моментально. Если, допустим, вы еще не отработали какой-то пласт себя, то у вас может пройти там несколько месяцев, даже лет от того, что вы захотели, и потом это получили. То есть вы очень долго раскачиваетесь, и вы можете находиться в сегодняшнем моменте и иметь какую-то проблему только лишь потому, что много лет назад что-то сделали. У меня происходит не так, у меня происходит моментально, и у многих из вас происходит то же самое. Вы не успели подумать, оно случилось. То есть я хочу, сразу стук в дверь, да, сразу на блюдце принесли. И вы отслеживаете, у вас степень ответственности должна повышаться в несколько раз, потому что вы уже понимаете, что не дай бог я там, особенно с уровня магистра, не дай бог я помыслю какую-то отрицательную мыслеформу по отношению к себе, не дай бог какому-то другому человеку, это же воплощается моментально. Оно сразу в пространстве, как вспышка света, и сразу камера зажглась, мотор кино. Мы сразу получаем тот фильм, который проецируем. И поэтому здесь ответственность, что я выделяю из себя, да? Что я мыслю по отношению к себе в первую очередь, потому что очень часто приходят люди с энергией, ну, самосглаза, с энергией проклятия. Они такого о себе думают. Особенно женщины, они подходят к зеркалу и такого себе рассказывают, что там энергетика сразу просто в пол, так скажем, да? Ни в коем случае слушайте себя, видите себя, осознавайте себя и сразу делайте разбор, сразу направляйте внимание на эту энергию, на этот поток, сразу направляйте чистоту и внимание на то, чтобы поднять, исправить, изменить, вычистить, как хотите. Все время наблюдайте. И тогда у вас придет практика взаимодействия, понимание, как владеть своей мыслью, как владеть своей эмоцией. И я, так скажем, разрешаю этой мысли быть или не разрешаю. Я решаю, что я чувствую и куда я направляю свой поток. Не кто-то за меня. И таким образом я выхожу от привязок, от подключек, от сущностей, от эгрегоров. И начните с малого, начните с одной программы. Вот сейчас мы с вами будем готовиться к сеансу. Напишите, если есть вопросы по той теме, которую я подняла. На самом деле очень актуальная тема в конце этого года, да? Вот 19-го года нас ждет с вами красивая дата 2020. Я люблю вообще парные числа. Я вообще люблю с числами еще играть. И я очень вижу числовые коды в тех задачах, которые передо мной стоят, расшифровываю их, потому что вообще наша матрица – это полные числовые коды, из которых состоит, кстати, геометрия. Вот это тоже уже метафизики все доказали. Это, я вообще очень люблю метафизику, потому что это подтверждает всю ту практику, которой я занимаюсь очень долго, много лет. Вот. Но если нет вопросов, значит, вы большие молодцы, значит, вы полностью со мной согласны вот, о том, о чем я говорю. Поэтому напишите, готовы ли вы к сеансу, и потом я расскажу, что мы будем делать. Можете сходить, глотнуть воды, потому что вода, она очень хороший проводник. И чтобы вам было легче и проще, на сеансах пейте воду. Или перед сеансом, да. Ну, пока вы пишете, да, к нам еще люди присоединились на сеанс, это очень хорошо. Конечно, то, что вы все можете послушать потом в записи, это тоже большой плюс,
потому что я говорю очень интересные для каждого из вас вещи, многих из вас чувствую, знаю, и понимаю, насколько для вас сейчас это актуально, и что мы будем с вами сегодня делать на сеансе. В процессе нашего, так скажем, общения у каждого из вас всплыло то, с чем бы вы хотели поработать. Всплыла, может быть, или ситуация, или программа, да, всплыло то, что, с чем бы вы хотели, так скажем, расстаться, с чем бы вы хотели завершить этот год и оставить это в этом году, взяв просто опыт, взяв знания, потому что мы из каждого опыта берем, ну, так скажем, опыт свой, да, я уже говорила. И идем дальше. И это уже нас эмоционально не тревожит. То есть, когда нас событие, которое мы пережили, тревожит эмоционально, значит, мы его не завершили, и мы не прошли свой урок, и мы имеем привязку. Привязки очень часто, да, формируются тогда у людей, когда они себя не любят. Они думают о том, что кто-то или что-то может им дать больше, чем они сами. И формируются вот такие привязки, и потом через эти привязки могут быть подключки тоже разные, эмоциональные. Вот. И ну, бывает очень так сложный период у человека, чтобы он осознал, как освободиться от привязок, от подключек. Ой, вы пишете здесь, а мне этот чат не ходил. Я думаю, где мои все девочки, мальчики? А, вот вы писали, что вы не любите ходить. Помните, это я чат неправильно запустила. Думаю, почему все молчат? Боже, сколько вы написали, извините меня, дорогие. А я-то не читала, это у меня так программа не сработала, что все держалось. Ага, вот вы писали, что вам плохо все в магазинах. Угу. Вопросов, наверное, здесь не было, просто комментарии, да? Угу. Ну, молодцы, да, все правильно написали, что частоты открываете в магазинах. Молодцы. А вот тут вопрос, Александр пишет, что делать, если хочется что-то сделать, но делать ничего не хочется. Такая программа лени, да, это тоже подключка, кстати. Вот. Когда вроде бы надо, а делать не буду. Это все вот эти вот наши блоки, привязки, программы. Вот здесь тоже можно эту энергию рассмотреть в сеансе и понять причину, почему лень выступает впереди вашей осознанности и вашей энергии, да? Куда исчезает ваша энергия, когда вам что-то нужно сделать? Здесь работает программа. Так, Ирина пишет, а если это болен, то тоже можно намерение дать на избавление, например, от причин. Ну, если это боль, Ира, да, я помню вашу ситуацию, вы можете увидеть эмоционально, потому что физическая боль – это следствие, да? Сначала возникает эмоциональная, так скажем, подключка на тот или иной орган, который потом болит. И можно, да, увидеть боль как эмоцию. Сначала, то есть, боль, потом вы идете в эмоцию, потом вы увидите эту эмоцию как энергию, вот, и потом вы уже ее распознаете и поднимаете вибрацию этой энергии, да. И когда энергия будет в высокой вибрации, то вы увидите ее совершенно по-другому и совершенно по-другому будете ощущать. Да, давайте это сделаем во время сегодняшнего сеанса. Значит, смотрите, мы сейчас встанем на сеанс, поэтому вы компьютеры не выключайте. Я в начале сеанса буду говорить некоторые слова сопроводительные, через которые вы будете выражать намерение, соединяться с этой энергией
и проводить это чувство. То есть сегодня такой необычный сеанс, не просто вы встанете и будете стоять, пойдете через мой голос в начале сеанса, потом уже, когда энергия запустится, вы уже будете самостоятельно делать энергию, в смысле сеанс проводить. Сеанс будет небольшой, там 20 минут, но мы успеем все сделать. На самом деле сейчас такое ускоренное время. Я, конечно, когда люди с людьми работаю, я там ставлю их на 30 минут. Но, в принципе, все решается очень быстро. 10 минут, и вот вообще все готово по намерению. Другое дело, что человеку нужно пропустить эту энергию, прожить эту энергию, чтобы в нем это состояние закрепилось. Это да. То есть мы иногда так телесно тяжеловаты, и нам кажется, что вот мы не успели почувствовать. Тогда вот я даже говорю, что вы можете и дольше стоять на сеансе, там вот в чате пишу, пожалуйста, можете не 30, там час. И обычно даже с пациентами работаю, потом их укладываю спать или отдохнуть, чтобы еще энергия прошла через них, и чувствование было более ярким. А на самом деле процесс, он очень быстрый. Световая энергия работает моментально. Вообще энергия той частоты, которую мы излучаем, она быстрее скорости света. Она в одночасье работает одновременно, как я и говорила, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, везде. И эта энергия моментально все охватывает, но для закрепления результата надо это прожить. Хорошо, мои дорогие, если готовы, да, здесь на самом деле сеанс сегодня, я вам могу сказать, что можно сделать сидя, вот, можно даже лечь. Впервые такое у меня на вебинаре, да? Обычно я вот так вас рекомендую вам стоять. Сейчас просто вспомните о том, что бы вы хотели, какую вибрацию в себе увидеть, поднять, изменить. Какое-то одно событие или одну причину, или одну эмоцию, одну мысль, чтобы вы просто научились разграничивать, видеть, чувствовать ту энергию, которая понижает вам вибрацию, доставляет вам неудобства, недовольство, и из чего формируются ваши события. Вот, я думаю, что все готовы. Тогда устраивайтесь поудобнее. Закрывайте глаза. И для начала ощутите свое присутствие внутри себя и услышьте свое дыхание. Просто слушайте свое дыхание. Не надо делать его глубоким, оставьте его таким, какой оно есть. Ощутите свое тело. Увидьте свое тело внутренним взором. Услышьте себя. Увидьте себя. Прочувствуйте себя. И разрешите себе расслабиться. Просто расслабиться. 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 И сейчас я произнесу несколько цифр от 5 до 1, и вы глубже будете погружаться состояние расслабления. Пять. Четыре.
Три. Два. Один. Тело расслаблено, спокойно. И передо мной, через мое решение, через мое намерение, выходит та энергия, тот энергетический сгусток или ситуации, или эмоции, или мысли, который не дает мне покоя, приносит мне боль, приносит мне разочарование, кажется нерешаемым, ограничивает меня в восприятии моего будущего. Все то, что является для меня негативом в чувстве, в мысли, в эмоции, в восприятии. Увидьте это сгусток энергии. Это точно такая же энергия, как и все другие энергетические сгустки. Но сейчас ваше внимание направлено именно на то, что низковибрационно оно может появиться в вашем пространстве недавно. Оно может с вами быть уже много лет и ходить за вами, увеличивая вашу привязку к этой эмоции. Это не важно. Вы просто наблюдаете за этим сгустком энергии. Наблюдайте. Вы можете увидеть форму. Вы можете увидеть цвет. Вы видите, как называется этот сгусток энергии. Но это всего лишь энергия. Это то, во что вы вкладывали свою мысль, эмоцию, чувство, ощущение. Вы вкладывали туда свой потенциал, свою энергию, свою часть души. Смотрите за этим сгустком энергии. Увидьте, что это лишь сгусток энергии. Наблюдайте, какой он. Просто наблюдайте. Вы можете задать этому сгустку вопрос, когда он к вам пришел, откуда он к вам пришел. И через что, через какое эмоциональную боль, через какую мысль, через какое событие вы согласились с тем, что эта энергия стала жить в вашем поле, когда вы дали ей разрешение. Вы можете увидеть ситуацию человека или просто цифру, год, когда это случилось с вами, чтобы отследить то, на какие эмоциональные состояния приходят то, с чем вы сейчас взаимодействуете.
Просто наблюдайте. Вы расслаблены и наблюдаете. Можете увидеть несколько ситуаций, событий. Вы можете пока не видеть ситуацию или события, но потом к вам придет ответ. Но вы по-прежнему наблюдаете, просто наблюдаете. Вы можете почувствовать, где, на каких органах, в каких полях, в каком пространстве вашего тела живет эта энергия. И продолжаете наблюдать. Наблюдая за энергией, за сгустком энергии, увидьте то, что это просто энергия, без названия, без того, как вы характеризовали ее определенным именем. Погрузитесь вглубь этой энергии без того, без той характеристики, без того ярлыка названия, который вы давали. Еще глубже увидите этот поток энергии, этот сгусток. Вы можете его видеть перед собой, в себе, на своих органах. У каждого индивидуальное восприятие. Но это ваша энергия. И пришел момент, когда вы не являетесь причиной, а когда вы являетесь этой энергией. И через свое намерение, через свое решение вы направляете осознанно поднять вибрацию этой чистоте, этой энергии, этому потоку. Я поднимаю частоту вибрации на другой уровень, вибрационный уровень. Через энергию собственного света, собственной частоты, через тот источник Божественного Я, который находится внутри меня. И он выражает это намерение в чистоте. В искре моей души в
поднять вибрационный ряд и слиться с этим потоком и пропустить его через все свое физическое пространство. Чтобы те блоки, которые были раньше сформированы, размылись и протекли через вас, освобождая ментально, эмоционально, эфирно, физические оболочки. Thank you.
Ну вот наш сеанс закончился. Возвращайтесь. И жду от вас обратную связь, насколько это удалось вам прожить, насколько у вас получилось оставить в этом году то, что вы не хотите брать в Новый год. У вас впереди еще целый месяц с тем, чтобы повторять эту практику и как можно больше боли, страданий оставить и не возвращаться к этому, и через новое познание себя войти в Новый год. То есть, так как наш вебинар последний в этом году, следующий будет уже в 2020, то вот как раз вам такой новогодний подарок от меня, от Школы Единства, с тем, чтобы у вас была практика, как максимально освободиться и стать свободными, стать счастливыми и творить свою реальность осознанно. Вот. Так. Так, благодарю. Очень сильное ощущение прошлого. Яна пишет. Угу. Она пишет, обязательно буду повторять. Благодарю за сеанс. Угу. Так, Яна, освобождение от всего прошлого, восстановление, обновление. Угу. Сергей, благодарю. Угу. Легче стало. Ну, конечно, вы же освобождаете, вы меняете свою вибрацию. Так, Надежда пишет, что удивительно легко развязался сгусток. Благодарю за этот опыт. Угу. Хорошо. Всплыло пару ситуаций, Ирина пишет, они часть причин проблем. Думала, отработала. Видимо, не совсем. Сгустки не видела, но знала и верила. Отлично. Правильно, можно знать, верить. Так, Лена, Тонечка, спасибо. Темный сгусток энергии в груди сам стал прозрачным шаром. Ура! Замечательно. Так, Марина, благодарю. Странное ощущение осталось. Видимо, придется доработать еще. Проблема давняя, да, чем давнее проблема, вот я буквально вчера работала с одной девушкой, она вообще пришла с одной из программ прямо сразу, она, программа была подавленности своих эмоций, и если все то, что было наработано там в течение последнего года, оно уходит намного быстрее, чем то, с чем человек приходит, то есть подавление своих собственных эмоций, подавление своих собственных чувств. И они такие застарелые, прям, хотя девушка молодая, но пришлось потрудиться, чтобы убрать эту энергию. Так, благодарю, Валентина. Всплывали картины из прошлого. Вот прямо запоминайте, и иногда очень много картинок идет, но старайтесь все-таки отдельно с ними работать. Так, Ирина, благодарю. Ощущение освобождения, наполнение, легкость. Спасибо вам, дорогие. Так, Людмила, очень глубокое погружение, всплыли два события. Одно я помню, как кино показали. И год всплыл 93-й, да, могут быть вот прям такие древние года. События не помню. Хорошо откликнулась физика, много энергии, благодарю. Все получилось супер. Так, Ирина, благодарю, Тоня. Прекрасная практика, да. Верьте в себя и четко формируйте свое намерение. Это очень важно. Так, Юлия, благодарю. К концу сеанса тело почти полетело, стало очень легким. Супер. Так, Лидия, благодарю. Улетело. Так, благодарю. Так, вот хороший вопрос. Заснула, что это значит?
То есть, ну, вибрация потока, если вы спите при вибрации потока, то значит где-то ваше сознание просто вас отключает. Не сопротивляйтесь. Поставили намерение, можете заснуть, и с подсознанием все случится, только без вашего ума. Таким образом, практика будет даже более действительной, но потом, чтобы перепроверить, снова вернитесь и возвращайтесь, пока не пройдете ее осознанно. Но со сном не боритесь. Хотите спать? Спите. Я когда практики привожу, так скажем, очные, да, и если у меня люди спят, я никогда их не божу, пускай спят. Это тоже очень эффективно работает. Как не хочется, пишет Елена, выходить из сеанса, задала одну задачу, мне показали ситуации с детства. Навязались дальше отрицательные привязки. Ну, конечно, мы все же родом из детства, все там. Так, Александр. Сгусток превратился в ртуть, отправил его в огненный колодец. Полностью этого сгустка... Плотность этого сгустка была на переносице. Ушла некоторая нервозность. Супер. Некоторые даже боли сразу пропадают. То есть я вообще вот этот метод практикую достаточно часто. Так, Антонина, благодарю, пишет Анна. Сгусток очистился, и когда пропустила через себя, засыпала... засыпала. Угу. Просыпалась 3 раза во время медитации. Просыпалась от того, что дергалась, как во сне. Ну да, это нервное окончание. Ощущение наполнения, освобождения. Благодарю. Я тоже вас благодарю. Вы такие молодцы, так хорошо пишете. Так, яркий сеанс, пишет Виолетта. Сгусток взорвался золотым потоком, превратился в цветную радугу, которая взмывала вверх, фейерверк, но при этом ноги были как в тугих сапогах до колен. И до сих пор не имею. Да, кстати, вот ноги, они всегда, там самая тяжелая энергия. И там очень часто бывает очень много привязок на пальцах особенно. Вот вы просто можете потом, когда будете делать эту практику, вы увидите, насколько впиваются все эти программы в наше физическое тело. И мы носим все на органах это. Так, Наталья. А вот еще Надежда, благодарю себя, она очень мощная. Угу. Ром летел, здорово. Так, Наталья. Хороший сеанс, хотел остаться еще. Челюсть начала открываться больше, удалили зуб, не могла открыть нормально. Благодарю, стало легко. Валя пишет, сгустка не видела, сразу было боль на голове, в конце фиолетовый цвет. Благодарю за сеанс. Фиолетовым, да, я немного страховалась, чтобы у вас энергии не пересекались. Фиолетовый огонь был, молодец, все видишь правильно. Так. Людмила, Тонечка, благодарю за знания. Очень много нового всплывает на сеансе с пациентами и понимает, что это ваши, наработки. Вы продолжаете работать и учить меня во сне. Люда, спасибо. Так. Угу. Я сейчас почитаю, может быть, более такие... отзывы. Ну, вообще все молодцы. Галя пишет, ура, получилось. Буду еще работать. Да, конечно, повторяйте. И вы увидите, как этот сгусток, я говорю, он прям присасывается. И вот потом у людей такие сильные привязки, когда с этим не работаете, отслеживайте и старое, и новое. Вот что-то сформировалось новое, но сразу сядьте, осознайте, откуда это прошло. Не позволяйте этой эмоции захватывать у вас и отдавать туда свой ресурс. Не позволяйте. Я руководитель своей жизни, я руковожу своим чувством, своей эмоцией. Это очень важно. Сразу очищаете пространство. А не дай бог вы еще про кого-то подумали. Моментально делайте очистку. Вы убираете дом, вы моете свои квартиры, дома. Точно так же тонкие поля. Моментально. Пролили чашку чая, плохо сказали, плохо подумали. Сразу убирайте. Берите тряпку и моете. Берите чистоту и стирайте. Потому что это очень важно.
Да, Валентина, было желание пройти такой сеанс. Да, скоро появится запись, поэтому, конечно, сердце вот тут пишет Виолетта, да, похоже, биты глубокие. Конечно, настолько еще такой момент, что мы настолько не хотим чувствовать боль, мы от нее убегаем. Но это не значит, что это боль, это программа, это привязка не гоняется за нами. Мы не смотрим в ее сторону, нам кажется, что ее нет, потому что мы там не хотим туда смотреть, и мы решили, что все. А на самом деле, если это не прожито, если это неосознанно, мы все время от этого убегаем, это больше за нами гоняется, еще больше влияет на нашу жизнь. Поэтому к ситуации, к боли, к страданию надо повернуться лицом и изменить чистоту через осознанность, через знание, пройти ее, пропустить эту энергию через себя, чтобы она текла через вас, не формировала блоки, а текла. И тогда она перестанет за вами гоняться и перестанет формировать вашу реальность. Поэтому умение быть сильным приходит только через осознанность. Сила — это когда вы, так скажем, и смелость не боитесь, да, а вы идете туда, где когда-то вам было больно. Так, Людмила, появился густо красивого бирюзового цвета, потом стала бледнеть и расплываться, тело расслабилось, появилось после травмы легко глаза. Цвет поменялся на темный, затем стало легко и спокойно. Да, видела картинки из детства, да. Помните, да, мы все из детства, но потом мы, когда в детстве получаем программу, потом мы ее подтверждаем, потом еще раз подтверждаем, потом еще проживаем, и вот так вот формируется вот эта вот призма восприятия. Я благодарю вас за участие. Поздравляю вас с началом зимы, с началом одного из самого интересного этапов жизни. Приглашаю вас на наши семинары. В Москве у нас семинар 14-15. В Смоленске у нас 19 по 22. Все есть у нас на наших сайтах. Вот, буду с вами рада встрече. Скорее всего, я буду в Смоленске. Вот. Будет много интересного, будет много нового. Вот, приезжайте. И следующий вебинар уже будет в январе, во второй половине января, ближе к концу. Готовьте свои вопросы и приходите уже свободными, отработанными, с новым уровнем вибраций. Всегда рада связи с вами, всегда рада общаться с вами в наших чатах, на наших сеансах. Поэтому обнимаю вас всех всем сердцем, люблю и до скорых встреч. Спасибо большое.